Спецназ начинает захват. Оказать сопротивление мужчина не успевает. По предположениям оперативников, дома у этого человека незаконно хранилось оружие. Но даже сыщики не ожидали, что в таких количествах. Бойцы СОБРа задержали подозреваемого здесь, в квартире его девушки. Оружие мужчина даже не прятал, просто хранил вот в этих коробках. Всего полицейские обнаружили 11 пистолетов и револьверов, более 2000 патронов и вот это устройство для самодельного снаряжения патронов для нарезного оружия. При помощи него, по идее, можно изготавливать снаряды в домашних условиях, что запрещено законом. Это только часть арсенала. В квартире мамы задержанного полицейские обнаружили ракетницы, винтовки, целую коллекцию армейских ножей, 13 светошумовых гранат, дистанционные запалы и ящики с патронами. Под оружейный склад была отведена целая комната. Хозяйку квартиры все это не смущало. Я не интересуюсь совершенно. Меня это как-то... Я просто верю своим детям. Я их воспитывала вообще... Честная, сама честная. И они, настолько у меня два сына, честные, добрые. Знаю, что ничего плохого не должно быть. Просто я в своих сыновьях уверена. Оружие – страсть сына. Он всю жизнь увлекался стрельбой, даже работал в тире. Кстати, эти ящики полицейские как раз принесли с работы. Здесь более 6000 боевых патронов и 4 огнестрельных пистолета. Всего в ходе обысков было изъято более 26000 боеприпасов. Этого хватило бы на целый отряд. Задержанный уверяет, что хранил у себя столько оружия лишь из спортивного интереса. Собираю оружие для личного коллекционирования. Закон у нас так устроен, что те виды, которые мне нравятся, к сожалению, не подлежат лицензированию. Пришлось нарушить закон. А нравятся мужчине преимущественно современные боевые пистолеты. Макарова, ТТ, Кольт, Вальтер, Наган, Глок. Такое оружие обычно не коллекционируют, а используют или продают. По факту произошедшего управлением организации дознания московской полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Подозреваемый уверяет, что оружие ему в основном дарили, или же он покупал его у случайных лиц. В этой версии полицейские сомневаются, а потому продолжают разыскивать соучастников и выяснять, как арсенал попал в Москву и для каких целей предназначался.